Европа наломала дрова, особенно Варшава, а вы им нарубили дров. После этого это был флешмоб, весь Узбекистан вам аплодировал, мы просто заранее приехали, работали, говорит, во, ваш батька дрова рубит, все. Ну, там Эрдоган, по-моему, у меня телефон, не знаю, что ты делаешь? Я говорю, Европу спасаю. Зачем? Зачем? Плюс вы хорошо разложили исторический экскурс, провели, да, на 17 сентября. И вот этот Дуда, Моровецкий, поникли, обижаются. Ну, вы им рубите дрова, хотите согреть, хотя бы так, значит, по-славянски, образно говоря. А они вот никак не могут понять, не могут никак себя отстегнуть от, наверное, от плебейства, от Вашингтона. Ну, как с ними жить, и что бы вы сказали им еще хорошего? Вы знаете, я уже что мог сказал, но думаю, что им народ скажет в ближайшее время. То, что они создали в Польше, хотя Польша меньше, заметьте, пострадала там электричество, и что пока подешевле и прочее, и американцы накачивают. Поляки же такие люди, они же ничего просто так не делают. Понимаешь, вот с немцами... Но они еще больше обострили отношения. Ну, то, что они требуют компенсации, ради бога, пусть требуют. Может, и нам они эти должны компенсировать что-то. Но встает вопрос. А вы тоже поднимали этот вопрос. А вот этот период до 1939 года, что мы были, а какой ущерб нам принесли? Уже наши некоторые цифры выдают, что это были немалые деньги. Вы как думаете это компенсировать? То есть вы немножко с головой надо дружить, прежде чем ты требуешь от немцев компенсации, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Поэтому это такая вот безмозглая ситуативная политика. Это можно понять с тем, что они накануне грандиозного шухера, выборы у них. У них выборы, и они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, и запьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем там трогать, а народ с них спросит. Поэтому и политика изменится. Это чуждая польскому народу политика, которую проводит нынешнее руководство Польши. Они отвергнут эту политику. И не надо нам думать о том, как это будет. Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут, это конец стране будет. Ну, думаю, до этого не дойдет. Подчеркиваю, потому что народ не позволит, польский,